Как выбрать первую правильную гитару? Базовые вещи. Гитары есть акустические и классические. Классика – это нейлоновые струны, широкий гриф. Второй тип гитар – акустические гитары. Гриф у гитар часто узкий, струны железные. Играть сложнее, но зато они более яркие, более звонкие. Гитару покупают для чего? В большинстве случаев – для кайфа. Вы должны получать удовольствие.